Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдис, и сегодня вместе с Жекой мы будем продолжать троллить друг друга в Майнкрафт. Эй, да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайкусики под нашими сериями троллинга. Но только благодаря вам мы продолжаем троллить друг друга. И вы, ребята, прекрасно знаете, что надо сейчас делать. Конечно, ставить огромные пальцы вверх прямо сейчас на вот этот видос, если хотите видеть новые серии троллинга как можно больше, как можно чаще. А мы же уже побежали наконец-то. Давай, погнали, погнали. Быстрее, быстрее, пошли, пошли. Давай, давай, пошли, давай, пошли. Давай. В общем, ребята, вот мой троллинг. И что мы сегодня будем делать? А, ребят, как вы знаете, в первую очередь, мы с Жекой переезжаем в Питер меньше, чем через неделю. Я вообще уже через 2-3 дня. Но вторая суть то, что кто смотрит наши стримы, тот... А, вот о чем будет суть этой карты. Жека настолько извращуга, настолько вообще сошел с ума, то, что он даже сейчас в чате пишет, то, что Эдичка показывал писюн. Я сегодня докажу то, что я ничего не показывал. И Жека сам в этом признается. Потому что ничего не было, потому что Жека уже настолько сошел с ума. Короче, ребята, сегодня Жека попадет в гости и к террористам, и в Питер, и признается то, что я ничего не показывал. Но это в будущем. Сначала давайте мы пойдем на карту Жеки, пройдем его испытания, а потом вернемся на мою карту. Поэтому давайте, ребят, погнали, погнали. Ну что, если ты готов на троллиться? А чё ты ржёшь как бы? Давай, удивляй меня, давай, я побежал. Давай, давай, беги, вперед. Эдисон, то гимо... Я понял, да. А чё там про гемот, чё там? Гемот 2, включи его, я уже включил. В общем, Эдисон, ну. Да, вот, Эдисон, сегодня не будет никакого сюжета, сегодня будет невидимая карта, невидимый троллинг в Майнкрафте, понимаешь, только 98% поймут, как его пройти. Я опять этот дебилизм этот на старте, да, где я не могу, не прыгнуть, ничего я не могу, да? Да, вот, Эдисон, поэтому пытайся проходить, пытайся. Вот видишь, все получилось, а ты переживал. Все получилось. Да. Еще дальше, да. Не знаю, Эдисон, проходи вперед. Тебе надо пробежать по невидимой полосе. Но осторожней, там снайперы, как бы, которые тебя могут кокнуть. Эдисон, быстрее, это не. Ой. Я ничего не понимаю на самом деле, что сейчас происходит. Ага, ясно, да. Опять эти дебильные Жекины троллинги, как я понимаю, где вообще ничего нереально пройти. А что, с подводкой работает? А, да. Вот. Все реально. А вот сейчас я вообще умираю, прикольно. Давай, Эдисон, снайперы готовы к бою. У тебя красные блоки будут помогать, куда тебе идти. Я ни хрена не понимаю. Это дебильные троллинги, дебильные какие-то. Эдисон, это ты дебильный, понимаешь? Нет, это ты дебильный, который строишь вот эти дебильные троллинги. Помогите, ребята, у меня нету идей, что мне построить. Жека, построй невидимый лавовый паркур. Стоп! Жек! Построй невидимый лавовый паркур! Я построю невидимый лавовый паркур! Я оригинальный тролль! Невидимый лавовый паркур! Эй, Жека, все очень просто, проходи! Быстрее, да быстрее! Меня стреляют! Куда быстрее? Если я прыгаю, я не могу быстрее! Я не Супермен, мать твою, понимаешь, в чем прикол? Я тебе помогу, так уж быть, ты уже много раз не умирал, и снайпера я убрал. Тебе осталось просто пройти... Просто пройти и по невидимому лавовому паркуру, да? Невидимый лавовый паркур. Только 98% людей поймут, как это пройти, Эдисон. Ты не входишь в эти 98%, кажется. 99% я как бы... Там, по-моему, еще один снайпер есть. Осторожнее путь. Эдисон! Жек, убери этих снайперов, я тебя прошу. Я сейчас буду час проходить, честное слово. Эдисон, в том-то и дело, ты бежишь, как черепаха, ты должен быть... Так я по воздуху как бы бегу, ничего, то, что у тебя невидимый лавовый паркур. Во-первых, это не паркур, во-вторых, тут все очень просто. Да. В-третьих, проходи. Я заметил, что тебе просто надо идти по красным блокам, Эдисон. Ну вот красные блоки, красные не видят. Где там красные блоки? Покажи мне, где там красные блоки. Хорошо, Эдисон, я убрал снайпера второго. Дебильные эти твои. Ой, хорошо, ребят. Я тут пытаюсь каждый троллик какой-то сюжет придумать, не байду вот такую. Ой, хорошо. Понимаешь, Эдисон, сюжеты, это, конечно, клево, но у нас были сюжеты целые полгода. Я решил, ну, как бы, знаешь. Просто испытание. Просто невидимый лавовый паркур. И как я вот тут должен был вот это проходить? Он бы стрелял миллион раз бы в меня.
И что я тут должен был сделать? Я тебя затроллил просто. Давай. Ладно, прикольный тролль, ага. И сюда вот нужно, по-моему. Да я вижу, да. Спасибо за подсказку, спасибо, да. Сюда. Ну, если ты сам столкнул, будешь медленно проходить, я сам тебя столкнул. Если я еще упаду, я ливаю просто твоего троллинга, я его больше никогда не буду. Так, ей. Ну. Эдисон, короче, это самый оригинальный дроппер. Невидимый лавовый дроппер, писюнковый дроппер. Вот именно, писюнковый дроппер. Тебе нужно поставить тут спаун-поинт, Эдисон, где-нибудь поставить. Невидимый писюнковый. А, Жека, а давай ты построишь невидимый паркур для Эдисона. Эдисон, давай тут не возмущайся, а проходи мою карту. Невидимый писюнковый дроппер. Всего лишь туда попасть в воду, ну как бы в чем проблема? Ага, вода, которая меня убивает, прикольно. Невидимый писюнковый. Ничего на тебя не бывает, не убивает, вообще неправда. Да. В смысле убивает, если я слышал звук, то что она меня убивает? Чё, ты вообще за кого меня держишь? У тебя галлюцинации. Ага, да. Я так и понял, да. Ну там паутинка есть, можешь паутинку попробовать попасть? Там еще и паутинка, да. Где? Можешь? В правом верхнем углу, в правом верхнем там, да. Там еще и паутинка. Я понял, да. Ничего, мы сейчас будем проходить невидимые испытания от Евгения. Креативность! Хорошо, я сейчас попробую. Давай паутинка. Ой, кажется. Да, что-то паутинка нет. А может писюн? Там писюн, в писюн попробуй. Ага, то есть я должен, да. Да. А, Жека, да, ну да, писюн. А может тебе вообще дроппер не надо проходить, я так подумал? Да. А может мне вообще нахрен твою карту не надо проходить, я так подумал? Эдисон, мне кажется, суть моего троллинга... Да у тебя сути, не, у тебя сути нет в этом троллинге, понимаешь? Тут сути вообще нет. Согласен, тут просто перемешка всего. Тут просто невидимое испытание от Евгения, невидимое. Да, Эдисон, я понимаю, что ты уже затроллил, но ты попытайся что-нибудь пройти, может у тебя не получится, куда-нибудь вот сюда, например, ты пытаешься пройти куда-нибудь. Куда? Ну, понимаете, создатель карты делает невидимые блоки, и тот, кто проходит, почему-то должен найти эти невидимые блоки, хоть они невидимые блоки. У меня вопрос, как я должен... Понимаешь, я тебя невидимо затроллил в Майнкрафте, понимаешь? Ты понимаешь, что как бы создатель карты ты, а не я, то есть ты ставишь невидимые блоки. 98% не поймут, как это проходить, понимаешь, Эдисон? Ну ты, видимо... И что, дальше? Вот как-то дальше нужно, видимо, пройти. По невидимому, прямо. Невидимому испытанию, да? Вот не смотри, при этом что-то внизу есть, смотри. Да, ну хорошо. Внизу. Да я могу упасть, дай. Могу упасть. Вы невидимый троллинг от Евгения. Ребята, Эдисон, вот побольше Эдисон, пишите смотри. Ему такие испытания. Подожди. Жека, построй невидимое испытание. Да! Да ты колебал! Эдисон! Эдисон, я тебя... Вот теперь, смотри, теперь начинается сюжет, Эдисон. Я вспотел. Эдисон, вот скажи мне. Сюжет. Ты любишь танцевать? Нет. Ну не любишь танцевать, конечно, ты это плохо, что не любишь танцевать. Я не умею. Вот. Ну ты. Эдисон, ну сегодня ты будешь танцевать, понимаешь? Нет. Вот. Я сейчас включаю музон, это танцпол, понимаешь? Да. Ты должен танцевать. Танцуй, Эдисон. Танцуй, Эдисон. Да я танцую как могу. О, тверк. Тверкаю. Into the Harlem! Ну это уже не невидимое испытание, Жека. Эдисон, да это просто, понимаешь? Это Harlem Shake, понимаешь? Ничего ты не понимаешь в троллинге, вообще в испытании. В общем-то, ладно, я понимаю, что если ты затроллился, пойдем на твою карту, пойдем, я готов. Ты дебил. Ну что, Жека? Проходи. Я готов пройти нашу карту. Ой, что это за такое? Давай, это мой дом опять? Нет, подожди, тебе нельзя в дом заходить, Жека. Тебе нельзя в дом заходить, потому что я тебе сейчас объясню небольшую историю, да? Историю. Да, это твой дом, да, ты все угадал, И, Жека, тебе надо собирать вещички и вот это, пи-пиу-пиу, вот это все, понимаешь? Пипил, потому что все, как бы время, часы, время. Пипил, переезжать надо, Жека, понимаешь? Хорошо, а какими вещи собирать? Где мне их искать? Вот, в своей комнате, Жека. Давай. Пошел. Ай! Что это? Что это? Кто это? Мама твоя, дебил! В смысле, кто это? Что у него писюн на груди? Никакого писюна нет. Это галстук. Это просто деловая мама твоя, Жека.
Это не письмо. Да нет, мне мама так я не знаю, так что, что у тебя везде у тебя писюны, вот это. Ну понятно, понятно. Давай, Жека, ты понимаешь, не, в чем не суть, так, почему, почему она тебя бьет, Жека? Потому что она тебя не хочет отпускать. Ты же ее сыночек. Она не хочет тебя никуда отпускать, понимаешь? Хватит ее, хватит ее респавнить, я должен зайти в эту комнату. А ты не можешь ее убить, она твоя мама, понимаешь? Ты не можешь ее вообще бить. Ладно, хорошо, а что мне делать тебе? А, попасть в комнату. Вот, она защищает проход, она тебя не пускает. Знаешь, ты не пройдешь. Так я пытаюсь ее отодвинуть, а ты ее респавнишь обратно. А ты не должен ее отодвигать, ты должен другой способ найти. Нет, другой проход найти, сейчас подожди. Ты должен другой проход найти, другой, давай, соображай. Какие-то штуки на потолке, непонятно. Мозгенками своими соображай, давай. Какие-то штуки на потолке, подожди. Дебил, вот там где была, вот там было, а сейчас... Ага! Опа! Все, мама полетела! Мама полетела! Давай, мама полетела, Давай, Жек. То есть нормально пить ее нельзя, а скинуть со второго этажа можно. Ты не скинул, мама блядь, давай, собирай вещички за вот по шкафам. Корона нормально. Давай. Ну ты можешь, в принципе, уже сразу весь комплект одежды собрать. Ну, твоей. Не вот это, поищи другую. Да не, мне да вот нет, это нет, ты возьми самую нужную одежду. Нет. Вот допустим, Жека, допустим, вот эту, иди сюда. Бери вот эту, вот эту. Бери вот эту, и там еще. А ты взял юбочку свою? А, ее нету тут. Да в смысле нету, была где-то юбочка? Да нету тут юбочки. Ну хорошо, я тебе выдам, Жека, потому что без юбочки вообще никак на самом деле. Бери юбочку. Хорошо, отлично, замечательно. Да, молодец. Компьютер свой бери, компьютер, бери свой. Ай, да, придурок, мама, придурок, компьютер свой бери. Вот, молодец, иди компьютер бери. Бери компьютер, бери компьютер. Все взял. Так, и сейчас, Жека, и сейчас, иди сюда. Куда? Куда ты? Ну, спустись, давай, спустись на первый этаж. Ты видишь, тут уже папа твой, он тебя тоже никуда не пропустит, поэтому давай через второй этаж, иди сюда, через второй этаж. Так, через окно, вот тут окно, давай через окно. Понял! Так. Ты, дурак, карточку забыл! А как ты дальше пройдешь? Сейчас, давай, Жека. Времени нет, у тебя самолет уже сейчас будет. Давай. Так, а где карточка? Да я не знаю, ну где-то возле окна. Возле окна должна карточка быть. Ага. Давай, молодец, Жека. Давай, самолет. Ни хрена себе, вот это... Ай, какое поле, хреново у вас тут в России. Ну я понял, да. Давай, Жека, давай, ТП-хайся. Я-то появился, сейчас подожди. Давай, ТП-хайся, спаунпоинт, давай. Давай, проходи, Жека, так, проходи. Давай, подожди. Быстро, вот там вход, вот тут вход, видишь самолет, вот тебе сюда надо. Угу, тут везде как бы это... А, ну включи геймод 2. Геймод 2 включи! Сам включи мне геймод 2. Геймод 2 включи! Ой, ты чё охренел? Говорю, включи геймод 2, он ломает блок. Всё, включил. Давай, все, проходи, давай. Какие-то да ты, Эдисон, ну так нельзя! Это тебе наказание! За то, что ты хотел геймод 2 включать! А я тебя тоже не включал, я тебя сам его включил! А ну да, а что ты блоки ломаешь на моей карте? Разрешение кто-то тебе давал, Жека? Юбочку одень, юбочку. Да это я так долго умираю. Эдисон, ты меня опять толкнул или что это было? Нет, просто не перепрыгнул. Да? Ну ладно. Да. Я вообще к тебе не прикасался, Жек, вообще. Ни разу. Ну ладно. Давай. Так, давай. Здесь... Ну ты объясни, как ты вообще проходишь, как ты проходишь? На шифте прохожу просто и все. Тут, ну давай, вот тут полоса как бы вот. Ну вот видишь, ты просто я не можешь перепрыгнуть! О, вот молодец, перепрыгнул, вот. Все, давай, залезай. Подожди, нет, я так быстро не буду. Опа, давай. Хорошо. Карточку в самолет, карточку! А где я тебя возьму? А карточку-то Жека не нашел. Жека, карточку. Чего? Карточку! Да, ищи, откуда я могу знать. Тебе надо найти. Это в этой комнате? Это не комната, это взлетная полоса, Жека. Ну, просто в этой локации. Да, в этой. Где-то в этой локации, да. Или за пределами этой локации. Так в смысле? За пределами этой локации. В этой локации за пределами. Ну соображай уже. Сейчас, подожди, я кажется понял, Твою мать! Да. Нет! Твою мать! Молодец, Жека, молодец. Давай, все заново проходи, только давай быстро уже, заколебал нубить.
Я прохожу. Да твою бабушку! Тебе надо. Нет, я не хочу умирать, я не хочу умирать. Один блок тебе надо перепрыгнуть, Джек, понимаешь? Так кто бы знал, где его перепрыгивать-то? Желтые полосы, ты там не умираешь, а умираешь только на... Жека, ты дурак? Все, все. Все, давай, ищи, ищи, ищи вот эту. Ищи, давай. Так, сейчас, ага. Ага! Наконец-то догадался, давай, Жека, залетай, залетай. Залетай уже наконец-то так внутрь. И давай, садись, 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 куда ты там хочешь. Сейчас будем взлетать. Давай, Жека. Будем взлетать? Да. Ну, я не буду, как бы, я не буду, ты будешь. Меня тут вообще нету, я просто ведущий, понимаешь? Хорошо. Жек, меня тут нету. Да, ну ты можешь спать, Джей, все нормально, как засыпать. Ну, да. Ну, как бы ты спи в самолете, но в самолете надо отдыхать, Жека, в самолете надо отдыхать. Ну, в общем, Жека, только тут такая проблемка у нас. Смотри, смотри. Тут, Жека, у нас террористы самолет захватили. Крипербар. Подожди. Да какие крипербар? Это террористы, Джек. Жека, ты где? Ах, Жека, они тебя в тюрягу, да, засадили, как я понял. Что-то как-то они быстро мне с самолетом вытащили, наверное, не... Ну, конечно, я же тебя усыпил, они тебя калашом по башке стукнули, и все. И все, ты очнулся. Да, а где? Ладно. Где-то в Турции. Это Жека, я читал про эту группировку, это писюнковые террористы, Жека, писюнковые. Писюнковые? Писюнковые террористы. А тут, я думаю, какая-то фигня на лбу нарисована. Во, это писюнковые террористы, крипербар. Жека, а что тут? А чё ты тут прыгаешь? Ну как, ты, может, выбираться будешь с этой тюряги, не? Подожди, тут нужно как бы... Всё нужно делать размеренно. Сейчас, я найду, ты, что... Ты логику включай, логику включай. Давай, надо как-то... Так, в душ надо помыться, отлично. Да, в одежде, так, подожди. Можешь помыться в душу. Это самое главное, да, дальше да, уже... Да, в одежде, всё самое главное. И так, подожди, какую-нибудь тоже надо, Жека. Ну подожди, как какую-нибудь так... Mm-hmm. А, может только под туалетом? Не-не-не-не-не. Так банально нет. По туалетам уже ничего нет. А чё делать? Ну ты ищи. Я ни на чё тыкнуть не могу, если что. Ну ты не тыкай. Тут ничего спрятано нету. Я тебе дам подсказку, тут нету невидимых блоков. Тут ну по ящикам по каким-то тыкать. Да, по ящикам, да. Ну ты проверь все ящики. Ты видишь, что тут где-то... В стене нету дырочек. Может за дырочками что-то будет вот этими? А. Ты... Ага! Ага! Чё там? Яйца! Яички, Жека, яички! Так, ну. Я понял. Ага, яички. Опа! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой, меня бьет, Эдисон. Да. Эдисон! Ты убей его! Вдруг с него ключ какой-то выпадет. Просто руками. А, в смысле, рукой его бить? Да. Только возле клетки, чтоб ключ... Ой, ты где? Вот ключ... Нет! Жека, и что делать, Жека? Бей его еще раз. Давай, только нормально давай, его бей. Давай, возле клетки, вот. Не там, подожди, чтобы он подойдет, вот. А ну, сможешь поднять? Да, поднял, давай, выбирайся, Жека, выбирайся. Так, все. Молодец. Жека, давай соседнюю комнату. Я тебя манал с этими, вот этими. Вот этими? Ну ты прям. А что там, Жека? А что там было? Ой, всё, я не в тюрьме, я могу побежать. Не, ты в тюрьме, поставь спокойно тут. Спокойно. О, теперь тут... Эдисон, ты что, захватил группировку крипербаров? А чё тут, в смысле? Тут мне почему-то сейчас Эдисон сидит. А, ну это просто от лавы побочный эффект. Давай, Жек, выбирайся. Да, а как это я так должен? Вот, молодец, всё, выбрался. Давай, Жек! Ты смотри. Да иди, ну закройся. Да, я закройся, вот. Там спать. Поставь спать. Тебе писюнковые террористы подсказки дают. Потому что тут Жека будет. Давай, проходи. Тут будет какое-то месиво? Нет. Ой, ты Жека! Это подсказка, тебе надо сбежать с тюряги, сбежать. Они спят, они просто пост, понимаешь, они спят. То есть они стоя спят. Они похожи на Сариса в группу грибы. Помогите! Не работает это так. Смотри, да, изи. Чекай. Да я чекаю, давай. Я прочекаю, Жека, я прочекаю. Почти получилось, Да, я видел, прям почти получилось. Только ты себе еще хуже сделал, Жека. Ты все, ты провалил весь тролль, потому что ты тут не сможешь пройти, они возле двери стоят. Подожди, сейчас я справлюсь. Да. Вот, всегда Жека играет не по правилам, то есть ты не должен был кидать в них яички, я тебе так скажу. Так, ты мне сказал, что не нужно их... Да, ну всё. А у меня больше нет яичек! Подожди, я сейчас вернусь за яичками. Да. И что? Жека, ты сам сломал весь троллинг, ты сам его сломал. Так, сейчас подожди. Опять? Да.
Сейчас все будет, подожди. Да, да, сейчас все будет, сейчас все будет. Да. Я их поставлю на место, чтобы тебе проще. Да не надо. Да не. Да потому что ты не смог бы пройти никак, понимаешь? Да смог бы, Эдисон, ты просто не понимаешь. Иди в жопу, пошел. Давай. Нет, ну я уж почти прошел, нет! Давай, Жека, давай! Ты его вернул на место, падла! Он сам вернулся уже на посту, Жека! А ты, ну, может, тут где-то что-то... Нет, не возвращай его, не трогай! Ты кнопочку ищи, по сторонам смотри, сундуки! Откуда? Из предыдущего, я же там две кнопки с чувака взял. Схренали. Ну как бы, ну я два раза его убил, ты мне сказал, что... Да, хорошо, давай, Жек, проходи дальше, проходи. Нет, зачем я это сделал? Усложнил. А ёберный мамать! Ну ты сам не поправил, ты понимаешь, если ты проходил по правилам, ты бы уже прошел 10 раз. Но, а не, но Жека, Жека всегда нестандартно проходит. Ну давай, хорошо, Жека, давай. Сейчас. Мы тебя все ждем, Жека, ты, давай. Ты подожди, я сейчас пройду. Тут главное не спешить, смотри, да. Мы делаем так. Да, молодец. Ставим вот так, проходим. Ху! Что? Жека, давай, проходи. Это лидер группировки. Это босс. Стоять! У тебя, Жека, будет сейчас задание. Тебе нужно... не прочитать, а составить пароль, чтобы пройти дальше в эту комнату. И там уже будет финал, и там уже будет Питер. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, Жека, читай по буквам. Не читай по буквам, не. Просто есть номер один, ты мне говори букву, я за тебя буду. Ну, потому что я понимаю, что это сейчас полчаса. Давай, один Э. Давай. Э. Д. Где тройка? Эдисон, да? Угу. Нет, давай, ну, Жека, ладно, я тебя буду убивать, Точнее, они тебя будут наказывать, если ты будешь не по правилам играть. Это какой четвертый, да, сейчас я ищу. Эдичи. Угу. Эдичи. Угу. Кадатка. Дальше. Я убью тебя сейчас, Жека, давай быстро, давай. Не так, дебил. Быстро давай, я сказал. Седьмую он ищет, Джека, как бы террориста ждать не буду, давай. Стой, да где, а вот, давай, Эдичкан? Эдичкан? Да, Эдичкан, давай, дальше. Эдичкан? Дальше. Эдичка показывал письмо. Давай дальше. Я заранее. Давай дальше. Они тебя не выпустят. Это его троллинг, он специально как бы сделал такой пароль, чтобы типа оправдать себя. Ну хорошо, Эдичка не показывал письмо. Да! Да! Не, ты это сказал! Первый раз в жизни ты это сказал, Жек, понимаешь? Спасибо тебе. Спасибо за помощь. Спасибо тебе за помощь. Это неправда, я... Стефан, спасибо тебе за помощь. Стефан, спасибо. Жек, ты понимаешь, что все это было подстроено? Это я все подстроил, чтобы вытянуть тебя эту фразу. Жека сказал, у меня есть аудиоподтверждение, то, что Жека сказал Эдисон. Эдичка не показывал писюн. Аудиоподтверждение. Аудио. Все скомпрометировано. Спасибо тебе, Стефан. Спасибо за помощь. Да. Мы выбили это у Жеки. Я ухожу с этого троллинга. Это все неправда. Спасибо тебе. Сам где вам показывал писюн, я так понимаю. Сейчас успокаивает себя. Сейчас он может оправдываться. Жека уже сказал эту фразу. Эдичка не показывал писюн. Да! Я это сделал, Жека. Спасибо тебе. Спасибо за то, что раскрыл секрет, что я ничего не показывал. Мне прям легче. Сам придумал карту, сам мне заставил сказать это слово. Ну, да. Тебя никто не заставлял. Ты мог просто ливануть с Майнкрафта. Типа, Эдисон, я не буду эту серию записывать. Да, а потом кто-то на меня наорал. Но нет. Нет, так что все. Да, ребят, мы это сделали. Видите, вы всегда должны были мне верить, потому что я ничего не показывал. Так что, ребят, ставьте огромный палец вверх, если хотите следующую серию троллинга. Чем больше лайк наберем, тем... Да, успокаивай, утешай себя, Жека, утешай. Да, типа, я проиграл, надо себя утешить. Напиши то, что я что-то там показывал. На самом деле, у меня есть аудиоподтверждение. Теперь можешь прощаться. Бла-бла-бла. Все мы знаем то, что Жека всегда нам брал. Да, конечно. Да, ребят, все, спасибо вам большое за просмотр, всем удачи, всем пока, ничего я не показываю. До свидания. До свидания.